iPython ноутбук позволяет совмещать текст программы с любым другим текстом. Например, мы можем взять ячейку, вставить перед ней еще одну с помощью меню Insert Cell Above, изменить режим этой ячейки на Markdown и написать здесь произвольный текст. Вот, и когда мы нажмем Shift Enter, эта строчка не будет исполняться, не будет интерпретироваться питоном, а превратится просто в текст. В итоге ваша программа на питон может складываться из нескольких ячеек. В данном случае это вот эта ячейка и вот эта ячейка. Целиком вы можете сохранить вашу программу как файл с расширением py, с помощью меню файл, download as, python. Ваша программа сохраняется к вам на компьютер. Вы можете открыть ее с помощью текстового редактора. При этом все вспомогательные строчки закомментированы. Остается только инструкции для интерпретатора. Дальше, если ваша программа готова и вы готовы отправить ее на проверку Stepik, вы можете скопировать текст, выделить весь текст, скопировать и вставить на сайт.